Всем привет, с вами Vivla Cloud, и мы все еще на выставке «Русский Web 3». И, наконец-то, среди большинства жидкостей железа, которые ориентированы именно на клаудчейзинг, на дикий навал, мы нашли что-то, что обрадует очень искушенных вейперов, которые очень любят вкус и более тугую тягу. И я думаю, вы сами понимаете, кто это. Это лидеры в своем деле, ребята, которые действительно добились успеха своими продуктами, начиная от мода Калибри и в продолжении всего, после их бака, они наконец-то выпустили атомайзер дрипку с нижним обдувом, также с регулируем в их фирменном стиле, с фирменной подачей. И, что самое важное, две стоечки. Две стойки, в которые легко будет поставить намотку. Конечно, она не ориентируется на coil pour, на очень сложные билды. То есть отверстия стойки маленькие, но надо понимать, что тут обдув очень-очень слабенький для того, чтобы полностью максимально раскрыть вкус любой, в принципе, жидкости. И насколько это у них удалось, мы узнаем, конечно же, в нашем обзоре и расскажем вам. Но также они не остановились на одной дрипке. Также ребята представили RDTA-версию. Я думаю, опять же, вы знаете, что это нектар. Но теперь он выполнен в диаметре 24 мм. То есть под все современные устройства, которые ориентируются на этот диаметр, он идеально подойдет и будет смотреться очень красиво. Также фирменная заливка сверху, установка через две стойки, снизу бак. То есть все по стандарту, все сохранено, но в большем диаметре. Соответственно, больше жидкости, а вкус все еще такой же идеальный. А мы, Vivla Cloud, как всегда, оставайтесь с нами, подписывайтесь на нас во всех соцсетях, следите, впереди еще много интересного с выставки «Русский Web 3». До встречи!